сегодня мы проводим открытый кубок Харьковской области по казацкому бобою. На этом турнире мы собрали рекордное количество спортсменов, это 500 участников. Это радует, что наш национальный вид спорта набирает популярность, нас становится все больше, и наш вид спорта самый массовый сейчас в Украине, это точно. На этом турнире мы проводим отбор на Кубок Украины среди взрослых и всеукраинский турнир среди детей, который пройдет 14-15 марта в городе Сумы. Все сильнейшие спортсмены, первые номера в своих весовых и возрастных категориях отправятся представлять нашу область на данном турнире в Сумах. Всем участникам соревнований я хочу пожелать успехов, удачи и пусть победит сильнейший. Спортом я занимаюсь уже 6 лет. Тренируюсь в клубе «Владибор» у тренера Андрея Александровича Плохих. На сегодняшних соревнованиях в разделе «Забава» я занял первое место. На чемпионате мира, который проходил в прошлом году, я выполнил нормативно кандидат мастера спорта. Сегодня мне вручили удостоверение. Мне очень нравится этот вид спорта, потому что делает меня сильнее. Я всегда в себе уверен. ММА-центр заявили сегодня 13 человек. Хорошая конкуренция, очень хорошая, потому что ребята отбираются на Кубок Украины, который пройдет 15 марта в городе Сумах. Знаете, очень радует то, что молодежь развивается. И за это отдельное спасибо Андрею Плохих, который помогает развиваться не только тренерам, но и самим спортсменам. Всем участникам соревнований хочу пожелать здоровья, без травм отобраться и показать, кто сильнее.